Ребят, всем привет, у меня на канале Александр Маляр. Сегодня пятое уже, третьего я вам снимал, предыдущий ролик. Был снега вообще у нас тут, 4 дня сыпало, но вчера у нас плюс 15 было. Уже все, почти все растаяло, вся улица вон. Снега нет, но на обочине еще есть. У меня тут вообще возле двора все растаяло, большая лужа. Немножко затапливало вчера, но я воду откачивал в ручеек. Он прям, видите, ко мне сюда бежит. Так, по поводу пионерчика у меня спрашивали. Пионерчик стоит. Стоит еще. Жду тепла. Делаю заготовки. Ну, в смысле, готовлю запчасти. Все разобрано. Все в упаковочках. Все надо ставить, заливать, переливать, головка лежит. Так что, ребят, пионерчик готовится, готовится к выезду. Надо выгнать погрузчик, потом поставить трактор чуть-чуть по это, чтобы вокруг ходить в него. Ну и начать работу. Все запылилось, видите, весь запыленный. Хожу вокруг него, выйду, похожу, подумаю, что мне надо еще. Максима жду, полуось, чтобы менять, тоже у него взять. Максим, здорово, где-то уехал в Крым, учится высаживать виноградники. Это тракторный разбор Максим, он сейчас пока не работает, ребят. Но должен приехать, там, я думаю, ролик у него снимем, что у него там осталось от тракторов. Так, ну поехали, прокатимся до Саньки Тарасова. О, коллега попался по дороге. Новенький тракторок гонят куда-то. Вот, друзья, специально поехал через тот объект, который я 3 числа, ну позавчера, чистил. Здесь лежал еще снег, а вчера у нас было плюс 15. То есть в комментарии читал, там ребят говорит, у вас еще снег. Да, в полях вот снег лежит, но он быстро почему-то растаивает. Ну как, у нас вчера плюс 15, дорога-то оттаяла, вон эти трубы, помните, да? ТЭЦ-то. Вот. И сегодня тоже обещают плюс 6, а с юга в группе смотрю, у них там 0 на юге, они отселись. Звонит кто-то, не дает мне немножко поснимать. Ну, в общем, у нас вот все растаяло, ребят. Почти что. Еще 3 дня и все. И обочина тоже, поля. В это тоже будут черненькие. Сейчас тоже звонили с другого объекта, где я в прошлом ролике 3 числа 1 начинал, поселок Нагорное. У них чищено, но у них прикатано много. Сейчас образовалась колея и вот эта жижа. Здесь движение-то побольше, она, видите, быстро растаяла. А там движение поменьше, образовалась колея и жижа. И эту жижу сейчас надо убрать. Ну, с обеда поеду сейчас до Санечка. Доеду, пообщаемся, прокатимся с ним, может быть. Вот такие, братцы, дела с погодой. Все, Санечек, здорово! Здорово! Сегодня что-то, блядь, это... Гасится, гасится. Гасится. Куда нашего льва отправил? Я что-то смотрю, смотрю, на территории нету. Командировку. А, то, ребят, я-то поехал поздороваться, мне где Саньки пропали. Вон второй Санек что-то чинит. Леха тут отвернулся. Леха, повернись, поздоровайся. Здорово. А что ты тут делаешь? Блядь, не буду его отвлекать. Крутят мужики. Что у нас? У нас есть радостная новость, да, Саня? Какая? Мы поменяли машину. А куда ты делал это? Спортивную машину? Увез к Денису. Блин, я хотел поснимать, показать. А что ты? Соберут, поснимаем. Да? Блин, красавчик. Ну, собирайте. Там, там ребят, гоночную машинку привет. Ты ее сколько, лет 7 уже или сколько собираешь? Лет 5 точно стоит. Лет 5? Ну, там красиво, это надо видеть, показать. Ты сегодня что, куда-то собрался еще ехать? Да. По запчастям?
Надолго? Все, не надо. Да? Ну ладно, я хотел... Да, я хотел прокатиться с тобой. Поехали. Ну все, тогда, ребят, мы поедем еще прокатимся. Пока он, ребята ремонтируют, тут работают, их отвлекать нельзя. Леха тут вообще не хочет здороваться. А еще вон Серега у меня тут, крестничек, что-то там. Че вы его? Это наряд вне очереди? Ну, защиту фар делает, фонари. Фонари? Мужик, здорово! Привет, привет. Че мы тут шмурыгаем? Готовимся к чему? К сезону. Пластик толстый. Че ты тут делаешь? Защиту на фонари. Это сзади, которые на этом стоят. У него на тракторе, как его, ноги как называется, забыл. Аутриггеры. Аутриггеры, на них фонари. И вот на них защиту, чтобы задние фонари на тракторе не разбивало. У него экскаватор берет, кидает, и с кучей как раз на фонари все сыпется. Ну давай, шмурыга, не буду тебя отвлекать. Хорошо, давай. Да, хорошо, давай. Может, вам чай принести? Я уж думал, перекурить надо. Да? Конечно. Ну пошли покурим. Пойдем. Сейчас я еще Саню сниму, что он там шарится. У нас еще, что, Саня, Тракфест перенесли, да, новость еще? Да. Ну я эту картинку вставлю вам, ребята. Чтобы перенес. А ты точно смотрел? Да. Тракфест перенесли и тракторный биатлон перенесли. На какое число? На 4. Ну, получается, тракторный биатлон, а потом Тракфест. 4 июня? Да. Ну я картинки сейчас вставлю вам. Покажу. Если что, ну, мы все-таки на Тракфест собираемся. Если что, спонсоры, подкатывайте. На трактор, на клеечку. Пью-пью. Комментарии пишите, кто хочет принять участие. Да, Сань? Мы наклейки наклеим. Так, что у нас? А, вот. Вот куда защита. На фонарь. Что, нормально будет? Гаечки вовнутрь варим. Сюда, сюда. И болтиками. Но? Четыре болтика. Четыре болтика. Только сделай не плотно, чтобы она это кала, ну, да? Болталась на этих. Все. Еще можно вот даже вот здесь силиконом намазать и вот так тюк, и сразу прикрутил, чтобы вода туда не попадала. Вообще будет классно. Не надо будет протирать, залазить каждый раз, откручивать. Вот куда Серега готовит стеклопластик. Турик подножки красит. Турик красит подножку. По делам погнал, я тогда тоже домой. Давай тебе удачки. Давай. Пацанам же обещал машину твою показать. Пока. Можно? Можно. Вот, ребята, взял Шурик такого. Поменял. Че, какого года, Шурик? 2008. Ну, тебе нравится? Да. Ну, и все самое главное, что тебе нравится. Ну, у него спортивный, у меня... А вот этот белый, как у тебя был? Белый ты гонял? Это Селик. Это Селика. Нет, это лучше велика, чем Тойота Селика. Да. Это тоже у тебя хорошо давило, да, Саня? Да, да. Блин, ну, самое главное, чтобы тебе нравилось. Вот, Шурик, везде документы. Ну все, семейный автомобиль. Как говорится, для семьи пойдет. Я вам и свою тоже. Ну давай развернись, я хоть тебе. Посмотрю, давай, как ты ездишь. Давай, все, тогда давай. Езжай. Я тоже давай. Поехал. Мне сейчас на работу позвонили. Сейчас мы посмотрим. Как Шурик газанет-то. Ну все, давай. Удачки, давай, Шурик. Ну. Так что вот так вот. Погнал я и тоже, ребят.
Так, друзья, кто помнит позавчерашнее видео, был снег, да? Ну, я тут поворачивал на поселок почистить. Сейчас посмотрим здесь. Так, нормально тоже, но, по-моему, не чистили. Само расставило. Потому что обочина была бы прибрана. Здесь не прибрано, и видно, что на этот... Ну, свежего не накидали на обочину. Здесь не чистили, получается. Федералку. Ой, этот, куда поселка. Но она тоже считается федеральная, раз съезд федеральный. Федералы чистили. Здесь не было чищено. А сейчас едем туда, в поселок, убирать вот эту жижу, которая осталась, которая кидали люди за мной назад. Ну, я проеду, они обратно на дорогу кидали. Прикатывалось все, а сейчас по жиже это не могут проехать. Так что едем, едем туда. Нас пол. Погнали. И только что было солнышко, сейчас ветрюган такой поднялся, и он буран. Ну, поедем все равно чистить. Все жидкое такое, с водой. Остается.